Всем привет, дамы и господа, с вами Неломоб, и Тимоха снова возвращается на ваши экраны. Мы играем 5 ночей с Тимохой 2, деревня, и продолжаем третью ночь. Итак, поехали, нажимаем. Загрузочка! Алло, 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 кто звонит? Ладно, дружок, мне пришло время сознаться. Я просто очканул. Я боюсь, что Тимоха накормит меня своим пирожком. И поэтому оставил тебя одного у себя в своем маленьком деревенском домике. Ну, ты мальчик у нас смышленый, я верю, что у тебя получится. Ты дед звонит? Буду болеть этого злодея. Буду болеть тебя, за тебя из всех сил. О, давай, все, до встречи. Это что, это дед? Короче, просто засал. Дед засал меня, оставил здесь одного. Так, сколько дровен? 12 бревен. Блин, Тимуха голодный. Так, пирожки. Надо воды, 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 воды. Булочка с сосискою. Блин, пришел тип. Сейчас бутерброд. Быстро, быстро, быстро. Оп, оп. Выходим, выходим. Там булочка с сосискою пришла. О, фух. Спугнул, спугнул. Так, где Тим? Тёмочек, 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 где он лазит? Неужели где-то здесь рядом? Я не знаю, где он. У меня пирожков нет. Напоить могу. О, вижу, вижу, четвертая. Поить. Где мои пирожечки? Готово, 6. Он, у него голод так быстро. Булочка с сосискою. Опять ты? Чай, бутерброд. Чай, бутерброд. Уходи, бутерброд, чай. Его найти быстро. Видели? Поить. Кормить. Кормить. 8-я, что ли? 6-я. Батя вкусил моего вкусного пирожка. Так, я что-то зря воды дал ему, по-моему. Блин. А он здесь на 5-й был. Булочка с сосиской. 6-я. Чай, бутерброд. Уходи, уходи, бутерброд, чай. 8-я. Блин, он так быстро голодает. Кормить, петли. Он здесь, он идет. Он или он не здесь? Здесь или не здесь? Вот в чем вопрос. Я не вижу его. Боюсь, боюсь вылазить. А голод-то у него падает. Блин, что делать? Я сейчас вылезу, и он придет. Вот это будет жесть. Так, 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 нету пока что его. О, пришел! Я говорил, что он придет. Пришел. Я говорил, что он придет. Вот он пришел. Так, все, сдрыснул. Булочка, булочка пришла. Булочка, булочка. Куда он, куда он, куда он дрыснул? Петли. Кормить. Я не понял, я его что, не спугнул, что ли? Так, печь. У меня пирожков не хватает. Один, хотя бы два пирожелика, а лучше три. Один, два, три. Так. Дрова. А дрову-то нету. Блин. Раз. Два. Надеюсь, хватит 8 дров. Сколько надо дров? Не знаю, сколько надо. Блин, я запутался, что нажимать. 6, 6, 6, 5. Куда он? Нет. А! Ёх, муха. Ну, ладно. Он был рядом где-то, значит. Совсем рядом был. Так мне запихнул в меня этих пирожков, блин. Но я как бы неплохо держался. Начнем с этого, что я держался далеко не самым лучшим образом. Так, быстренько печем. Первый был пробный. Дружок, мне пришло время сознаться. Я просто очканул. Дед очкун. Кормит меня своим пирожком. И поэтому оставил тебя одного у себя в своем маленьком деревенском домике. Попробуй 7 сделать. Мальчик у нас смышленый, я верю, что у тебя получится. Ты должен одолеть этого злодея. Так. Буду болеть тебя, за тебя из всех сил. О, давай, все, до встречи. Раз. А 8 хватит дров? Не знаю, на 7 пирожков. Посмотрим. Так, а что еще? А, вода, блин. Сейчас же придет булочка с сосискою.
Раз, два. Булочка с сосиской. Чай, бутерброд. Так, быстро, быстро, быстро. Огурчик. Есть. Вылазим. Раз, два, три. Ну, там, по-моему, двух раз хватает. Взять, готово. Колоть. Зачем я это сделал? Мне накормить надо Тимоху. Зачем я эти дрова нажал? Мне надо его высматривать, где он лазит. Петли. О, кормить. Вот он. Нет, восьмая. Малыша я сдал в еду. Бежит, блин. Надо прятаться, походу. Но сейчас... Вот он. Вовремя я. Вовремя я тупо заныкался. Проверка по хате. Пробежался. Подожди, я дрова школол. Куда они делись? Булочка с сосиской. Чай, бутерброд. Два раза хватает? По-моему, да. В этом я не уверен. Кормим. Четыре пирожка. На седьмой камере. На шестой. Я куплю тебе мороженое. На седьмой. Может, говняшки ему подкинуть? Отравить могу. Могу отравить. Петли. Опять он здесь. Да вы задрал постоянно сюда прибегать. Три пирожка. Вот он пришел опять. Наматывает, наматывает. Ушел. Раз. Два. Три даже нажал. Наверное, зря. Петли кормить, поить. 2 АМ, ребятушечки. 2 АМ. 7. На восьмой пошел? Нет. А где он? Камера не переключалась, видели? Вот он. Могу отравить. Мне осталось совсем чуть-чуть. Булочка с сосиской. Не то нажал, блин. Чай, бутерброд. Так, с двух раз он сваливает. Так, куда мог пойти? На шестую. Звук был. Пятая. С пятой сдрыснул. Малышая. На седьмую. Блин, один пирожок. Походу надо травить. Я сожру. Не успел. Вот здесь. Булочка с сосиской. Раз, два. Я его отравил, вы видели? Печем быстренько. Хотя бы три, четыре пирожка. Интересно, сколько я успеваю, пока он отравленный, приготовить пирожков? Хотя бы четыре давай. Попробуем четыре. И дрова, я колол 100%. Почему их сейчас нет? Четыре дров. Попробую. Булочка с сосиской. Опять ты! Мне надо Тимуху кормить. Уже не пусть просрался. О, был на восьмерке. Петли? Ё-моё, петли. Малыша, я сдал в детдом. Восьмая. Седьмая. Булочка с сосиской. Чай, бутерброд. Чай, бутерброд. Так, взять. Четыре пирожка. Мы можем его закормить. Слышал следы. Воды 6. Нормально. Воды у меня очень много. А я могу еще один огурец достать? Огурец есть еще? Еще огурец. Еще. Быстро. Огурчик. Есть. Могу еще раз его дрыстать отправить. Могу еще раз его продрыстаться отправить. 5 АМ. Могу сейчас пройти левел, походу. Где он? Вот он. Отравить. Я его лучше отравлю на всякий пожар. Сейчас пройду левел. А, просрался малыш. А где унитаз? О, вот он тут стрет. Не то нажал.
Ну, лучше займемся выпеканием. На всякий. 5 АМ. Вроде голода у него. Хотя бы 2 пирожочка. 3. Запихиваю. Срет пока что, Тимоха. 1. Есть! Прошел! Это было вообще просто! Эти, получается, что? Я могу... Сосискую. Я могу сколько угодно брать этих вот огурцов. Они постоянно восстанавливаются, эти огурцы. Сколько времени нужно ждать, чтобы огурец восстановился, я не знаю, но это было легко. Реально, эта ночка была супер легкая, не знаю. Как-то. Или я уже наловчился. Если ты его постоянно отправляешь в толчок, то вообще никаких проблем нет. Но посмотрим, какая будет четвертая ночь. Интересно будет, получится или не получится ее так же легко пройти. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видеоролике. С вами был Неломок. Мы играли в 5 ночей с Тимохой. Все, всем пока-пока.